Давайте. Петро Порошенко підписав закон щодо протидії булінгу в школах. Відтепер поняття «булінг» включає в себе не тільки фізичну чи моральну травлю, а й знущання в інтернеті. За це хуліганам загрожує штраф від 850 до 1700 гривень та до 40 годин громадських робіт. За повторний проступок чи груповий булінг покарання подвоюється. Якщо ж порушнику не виповнилось 16, то штрафуватимуть його батьків. У випадку замовчування травлі відповідатимуть і вчителі. Если вот действительно бы законодатель думал бороться с этим, надо было предусмотреть какие-то меры уголовной ответственности, допустим, в третий, в четвертый раз. Почему? Потому что тут дальше опять же будет все по второй части, то есть человек может 3-400 платить сколько угодно раз, и все равно дальше его по какой-то ответственности нельзя. Это может быть методом манипулирования. Почему? Потому что раньше в таких ситуациях, если родители настаивали, продолжали, то возбуждали уголовное производство по статье хулиганства. Ну или телесные повреждения, если действительно были какие-то следы данного буллинга. В течение 2 месяцев мы должны обосновать, что тот, кто оскорблял, и его, скажем так, электронный адрес, и его там в Фейсбуке или ВКонтакте аккаунт, это действительно этот человек, а не просто кто-то другой написал. Плюс это обосновать. Почему? Потому что, опять же, с той стороны защиты они могут сказать, что это не наш аккаунт, или мы этого не писали. Ви самі коли зіштовхувалися з дитинства, наприклад, з тим? Ну, безусловно, ми росли, нам було чуть другое время. Да, согласен, були определені уніження, ну, не настільки. А через що? Так. Всегда находится какая-то причина. Кто-то выше, кто-то толще, кто-то худее. И всегда это... То есть человек, он другой. А как вы вышли из этой ситуации? Ну, скажу так, мне помог в этом плане спорт. Начал заниматься единоборствами. Тренера объяснили, чем, как должен быть данный спорт полезен. Он очень организовывает, и, соответственно, это, ну, правильное направление, которое организовало и меня в целом, как ребенка, скажем так. И потом уже в жизни пригодилось. Я уже стал более направленный и начал понимать, что происходит. Ну, и відстояти себе якось попросить. Само собой. Ми знаходимося в музеї Блищунова, який приєднався до міжнародної акції «Селфі в музеї». Мета флешмобу, який виник 4 роки тому завдяки англійці Марк Діксон, поєднати просвітницьке з популярними трендами у світі. Изначально к фотографированию в музеях все музеи относятся не очень, как бы, ну, так скажем, лояльно, особенно селфи, если это селфи-палка или там какие-то люди, которые невнимательно относятся к тому, на фоне чего они фотографируют, делают какие-то резкие движения, шаги назад и так далее. И поэтому музейщики, конечно, побаиваются селфи. Это акция, целью которой, как я понимаю, в первую очередь является привлечение молодежи, потому что у молодежи в тренде селфиться, и уже не только у молодежи, у всех, у кого есть гаджеты, все селфиться. И много бабусь, дедусик, и да, селфиться. Да, да. И это как бы шаг навстречу пожеланиям посетителей. Я вижу в этом какой потенциал. Если человек пришел с целью сделать селфи, и, может быть, никогда до этого не был в музее, а вдруг вот увидел, да, вот такой тренд в Фейсбуке, значит, все селфиться, хэштеги, все, пойду-ка и я тоже. А потом, может быть, он, увидев музей впервые, захочет в него вернуться и посмотреть внимательнее, и уже быть не просто селфистом, а быть посетителем, которому интересно, который может внимательно рассмотреть экспонаты, почитать о них, в общем-то, стать зрителем. Стати учасником цього флешмобу дуже просто. Треба лише обрати щось цікаве та улюблене. Нам, наприклад, сподобався цей перський килим. Тобто робимо селфі. Беремо телефон та хоп, режим селфі і тиск. Ось зробили селфі в музеї. Чим самим зацікавила вас ця картина? Ви знаєте, я приходила в музей, здесь проводилась теж така вот акція, коли ми, посетители, рассматривали только один портрет или одну какую-то картину. И очень много было тогда
сказано о портрете неизвестной женщины, неизвестного художника. Поэтому мне было интересно сегодня сфотографироваться с ней. 2 роки тому я тут був, але все вже забув. Так що, ну, приємно, тому що така подія. І це всесвітня подія, мені здається, да? Вчора була, а сьогодні ми нас наганяємо в Україні. І приємно, що це безплатно, безкоштовно. Сьогодні я відвідую музей. Так що, а може ви мені щось ще й розкажете? Ви маєте аккаунт в Інстаграмі? Так. Тобто хочете опублікувати цю світлинку? Так. Давайте зробимо це разом. Інтернет. О, готово. Є. Якщо ви не маєте власного телефону в будь-якому випадку, то музей пропонує зробити селфі за своєю допомогою. Тобто тут є селфомат. Тобто селфі. Зараз робимо свої фото. Оп. Угу. Окей. Зараз вибираємо фон. Оп, оп. Такий, ось такий, такий, наприклад, такий. Окей. Пишемо власний імейл. Ок. Та надсилаємо. Ось таке. В этом году мы решили пойти навстречу нашим гостям, нашим посетителям и отметить его не в будний день, а в выходной, в субботу, 19 января. Поэтому мы приглашаем всех, и опять же мы сделаем такую небольшую трансформацию. Мы приглашаем всех сделать селфи на фоне, не на фоне экспозиции, а в нашем пространстве лектория музея, на нашей главной образовательной площадке, которая существует уже в Одессе уже несколько десятков лет. И в эту субботу пройдет лекция, посвященная самураям из Японии, которую прочтет заведующий отделом Александр Вазилов. Начало традиционно в 14:00. И каждый, кто сделает селфи в лектории музея на этой лекции, разместит на своей страничке в социальных сетях с хэштегом «Museum Selfie» и с геолокацией в нашем музее, он получит бесплатное посещение на следующую лекцию, тем самым давая себе возможность узнать еще больше о мировой истории искусств и культуры. Обрав смерть замість в'язниці. Так кажуть місцеві проводія, який повісився наступного дня після того, як наїхав на 2 дівчаток, коли ті йшли по узбіччю. Після аварії чоловік втік. Подейкують, він був на підпитку. Це сталося в селі Бокове Любашівського району. Самогубцю було 46. Раніше вже судимий. Він сказав своїй жінці, це так вже люди нам переказували, що він сказав, що він в тюрму не хоче. Хоча ми не мали його не садити, нічого. Нам хоча б, щоб він поміг на ліченні дитині. Він дзвонив до чоловіка, мав сьогодні утром зустрітися з чоловіком моїм. В 6 ранку він мав зустрітися, а кажуть, в 5 він повісився. Дівчаток госпіталізували до місцевої лікарні. 13-річній Олені пощастило менше. У неї закритий перелом стегна. Я в шоконі, коли люди почали сходитися, першу допомогу надавати. У 14-річної Олександри – струс мозку і численні забої. Дитина вже вдома. Я помню, ми пішли в магазин, я догнала свою подружку, я спросила, є ли хоча б в магазині, вона сказала, не було. Ну, я пішла з нею обратно домой, ми побачили, що ззаді їде машина, ми вже отошли на обочину, ми побачили, що вона на нас їде, ми ще далі отошли на обочину. І він ззаді нас догнав, і мене вибросило на дорогу, а вона лягла там. Він з'їхав чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед, я спугалася і почала повзати на обочину, туди далеко. І, ну, я теж повзла туди на обочину, і він виїхав на дорогу, постояв, і я почала кричати, ну, звати на допомогу, і він побачив, що я кричу, виключив фари і уїхав.
Напряму він зі мною не зв'язувався, він там через знайомих намагався домовитися, пропонували гроші, щоб не писали заяви до міліції, тому що він не хоче сідати в в'язниці. Навіть якщо в шоці поїхав, злякався, але ж ти ж потім зв'язався, ми наче не були проти, щоб ти приїхав і поцікавився, що з нашими дітьми, але ж про це мова не йшла. Про дітей він ні слова не спитав. Він питав, як головне для нього було те, щоб ми не написали заяву. От і все. Одеський припортовий завод вкотре потрапив у список підприємств так званої великої приватизації. В минулому році підприємство намагалися продати. Провели конкурс серед компаній, які мали оцінити завод та запропонувати стратегію виходу із кризи. Але його результати відмінили в судах. З жовтня працівникам затримують зарплатню. Керівництво запросило у Кабміну мільярд гривень для виправлення ситуації, але уряд відмовив. Аби врятувати державне підприємство, там вирішили навіть зайнятися перевалкою зерна. Что касательно слухов про перевалку, про зерно или еще про что-то. Сегодня есть много предложений по работе на заводу. У нас есть 3,2 гектара свободных площадей, где можно поднять, и там тот же элеватор, то есть, ну, тоже это не проблема сделать, и там совершенно спокойно стоят, становятся эти бочки элеваторные. И причалы у нас есть, оно все рабочее, оно все на самом деле требует просто времени. То есть, ну, это тогда вопрос года полутора проектирования и решения, и разрешения, и там вот так. Реальная проблема – это выпуск карбамида и аммиака. Потому что цена на внутреннем рынке газа и там, ну, наша энергонезависимость, которая есть в стране сегодня, диктует условия, когда мы не будем иметь дешевые энергоносители. То есть мы понимаем, что мы сегодня хотим все-таки там самостоятельности, отделиться от России, быть независимыми. У нас есть результаты позитивные, но, к сожалению, эти результаты как раз за счет того, что, ну, вот, мы теряем там в себестоимости продукции в перерасчете, там, если брать в зависимости от энергоносителей. Пока мы будем все это ждать перетрубации лучших времен, изменения логистики, промышленность такая, как ОПЗ, например, которая энергозависимая, она, к сожалению, должна перепрофилироваться и искать какие-то вещи. Мы готовим пакет документов к изменению законодательства, по которому мы попробуем получить доступ все-таки к украинскому ресурсу газа. Вторая ситуация – это когда мы все-таки будем пытаться договориться с кем-то из давальцев. Оценка есть. Ее можно провести оценку еще раз. У нас не проблема оценки. Пакет на приватизацию готов. Если фонд так горит, чтобы провести, так а в чем проблема? Выставьте на конкурс. Пускай он не состоится, пусть не придут. Но прикрываться тем, что заблокирован в судах советник, выбор советника, это не приватизация заблокирована, это манипуляция, абсолютно четкая манипуляция со стороны фонда. И что происходит на самом деле до конца, оно непонятно. То есть, ну, точно это как бы продукт каких-то политических игр и интриг. Что касательно сегодняшней ситуации по заводу, перевалки, о которой вы говорили, завод сегодня будет пытаться все равно восстановить свою работу. Если это не получится, однозначно это вопрос максимум недели-двух. Либо мы за эти неделю-две находим компромиссы, находим конкретного участника и восстанавливаем эту работу, либо тогда нам ничего не остается. То есть это на самом деле оптимизировать, резать, закрывать, консервировать и на самом деле снижать затраты. За последнее время очень много хороших квалифицированных специалистов с завода увольняется. Фактически этот, скажем так, процесс становится лавинообразным. Сейчас нас меньше 3000, где-то 2800. Хотя еще в 2015 году на заводе работало 3800 человек. То есть можем говорить, что уже порядка 1000 людей за это время с завода уволились. Що стосується боргів «Нафтогазу», ось боргів «Фіртушу», скажу так, як там зараз ситуація, суди йдуть чи… Долги эти есть, долги Остхему, долги Нафтогазу, они подтверждены всеми судами, но, скажем, есть такое решение пока, ну, как, не взимать их с нас, потому что, ну, все-таки… Я даже не могу вам ответить. Долги есть, подтвержденные, но пока их, нас этими долгами не беспокоят.
Ми в Южному. Бюджет і розвиток міста напряму залежить від Одеського припортового заводу. Тут у місті знаходиться одразу два гуртожитка, в яких проживають працівники заводу. Зараз дізнаємось думку містян щодо ситуації навколо підприємства. Це національна ганьба, що уряд має схаменутися і врятувати отаке, можливо, найкраще підприємство в країні. Плохо. Зарплату не платять, скільки з ноября, декабрь, январь. Сьогодні там якесь собрання може щось рішитися. А куди звільняються люди? Де вони зараз працюють? Куди приходять? Ті-спорт. Ваша думка, як бути? Ребята, ви мене извините, пожалуйста, я б сказала, але я дебілізму такого я взагалі ще не знала. Власть нова приходить і починається на заводі. Завод столько лет приносил деньги, я здесь живу с самого начала, вот, и приличные деньги. Он сам себя модернизирует, если взять все цеха и оборудование и прочее меняет. То есть деньги есть. И тут резко он становится убыточным, потому что там вопрос с газом, да, или чем там для производства продукции. Это в государственном предприятии, значит, пускай государство решает этот вопрос на уровне президента. Чем он занимается? Он Томас там открывает. Я з Запада. Ну, з Западної України, так? Так. А як в Одесі оказався? Приїхав подивитися Одесу, що робити. Холодно, роботи немає, я думав роботу знайти. Прийшов сюди, добре, що хоч тут можна пожитися. Чики-мільйончики. Чай, стакани, мівіну, ну... Все, вчера передали там капусту, морковку, эту корейскую, ну много чего. Сегодня грибы, я насколько знаю, приносил. Да, 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 вот принесли. Много чего передали. Слава Богу, все хорошо. Чем кормите? Ну это людям спасибо, понимаете. Печально, что это все делают неравнодушные люди. Не те, которые должны этим заниматься, а простые люди. Чем? Первое, второе, не знаю, что сегодня будет. Что-то будет? Ну да, ну готовят, сейчас будет обед. Сейчас привезут обед. В этом году намного больше людей, и еще нету пиковых морозов, а у нас палатка переполнена. Поэтому мы требуем, просили вчера, вот, чтобы установили еще одну палатку. Оно каждый год за 8 лет рост, оно идет только лучше. Потому что жизнь в стране-то оно не улучшается, а наоборот ухудшается. Поэтому почему прирост, этот ответ у всех должен быть. И в этом году намного больше. Ровно неделю мы здесь разместили этот пункт. Значит, за это время через пункт прошло порядка 800 людей. Ну, мы сейчас будем своими силами искать, ну, как бы еще где-то эти средства для того, чтобы разместить второй пункт, потому что очень много людей. Это сейчас днем их мало, потому что они все ходят, расходятся где кто. А на вечер, когда температура падает, их очень много. Здесь просто биток, забито. И они... И внутри палатки, и снаружи, посменно, то есть греются, потому что очень холодно.
акция.